Лучше уж совсем без крыши, чем с такой. Жители гостиного переулка 5 даже в собственную квартиру заходят с опаской. Боятся, потолок обвалится. А дому 65 лет, он явно давно не видел текущего ремонта. Администрация Щелковского района отреагировала на жалобу по горячей линии. Выехала на место и просто ужаснулась. Когда-то при формировании программы по расселению ветхого фонда администрация города Щелково явно просто забыла об этом здании. Теперь время исправлять ошибки. Страшно туда заходить, потому что обвалится скоро потолок на втором этаже. Хотя бы признали аварию. Нужно, наверное, переселение. Дырявые стены и гнилые ставни ветхим потолкам уюта не добавляют. После осмотра дома глава Щелковского района и руководитель администрации сходятся во мнении. Проблему надо решать радикально, дом необходимо расселять. В течение этого года сейчас отработаем ДРЗТ, а в течение 2 лет расселим. Вот Алексей Васильевич прилагает все усилия совместно, да, с советом депутатов, чтобы как можно быстрее заработала программа расселения ветхого аварийного жилья. Потому что, ну вы сами понимаете, как бы ни ремонтируй, прежде всего нужно расселять. Пока варианты расселения прорабатываются, необходимо поддержать здание в состоянии хотя бы безопасном для жизни. Предыдущая управляющая компания с задачей явно не справлялась. Поменяем управляющую компанию. Заведем другую, поддержишь ремонт, и неукоснительно будет выполняться. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».